Приветствую всех. С вами Акжес и игра «Последний день на Земле». Давно мы в нее не заходили. Вот вернулись. Что мы тут? Мы решили посетить лагерь контрабандистов. Зайдем, посмотрим, что у них есть. Еще новая фича в обновлении в новом. Добавили лук. Так, где он, господи? Так, вот я его открыл. Вот эти ресурсы необходимы для того, чтобы его создать. Довольно-таки очень хорошая, пригодная штука. На дальней дистанции можно хорошо валить за мной. Посмотрим, как ты справишься с этим, дружок. Защити лагерь, пока я разбираюсь с делами и получишь свою долю. Минута 20. Угу. Попробуем. Минута 20. До начала. Это устройство сломано, его можно починить, если найти нужные детали. Ага, отлично. Вот. Так, где чувак? Опа, она. Валим, 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 валим. Да ты че, минуту 20 даже не за. Вас убил бегун, продолжительность 99 дней, воскреснуть. Да вы чё, а? Прикиньте, да? Завалили. Вот уроды. Блин, блинский. Черт бы драл бы. Так, ну, соответственно, нужно что-то как-то экипироваться. Понахапать побольше. О, 20, отлично. Так. Ну, хорошо, мы сходим к контрабандисту. Но нужно что-то посерьезней. Да. Так, пойдем к костру. Блин, это сейчас снова все.
одежду. Блин, просрал все. Так, разожгем костер. Пусть еда готовится. Так, водичка есть. Пить есть, пока мы не хотим. Так, что нам нужно? Железная руда или металлолом? Металлолом нам понадобится. Поэтому руду возьмем. Я просто подумал, что просто нужно минут 20 продержаться и будет все ништяк. И получишь награду. Там нужно продержаться и выжить еще. Лоханулся и ништяк. Так, тогда надо там подремонтировать пулемет. Пулемет. Так, нам нужен рюкзак, веревка и растения. Весело. А веревок-то и нету. Я их израсходовал. Черт, драл бы. Как нам сделать веревку? Камнерезка. Сундук. Железный топор, кирка. Так, путинский стол. Так, копье. Берем копье. Так, надеть. Так, помимо этого мне нужен топор, камень 3. Делаем топор. Так, дерево. Возвращаемся. Возвращаем обратно. Так, еда пусть будет. Так, что мы имеем?
Попили. Поели. Поставим воду, пусть набирается. Так, и понеслись. Что-то у меня сегодня день какой-то. Помираю я, что в одной игре, что во второй. Это что, разбившийся корабль? Добычи дофига. Понеслись, посмотрим. Блин, вместо копья надо было что-нибудь поувесистее взять. Профукаю сейчас корабль, блин. Давай, 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 давай. Так, мне нужна веревка и растение. Пробазарил. Ты не пробовал зачистить побережье от зомбаков. Японский бог. Сваливай, ёпти. Так, одна веревка еще нужна. Вторая веревка. Ё, красота. Во. Плюс одно растение. Так, ничего у них нету. Так, создаем. Блин, еще нужен куст. Куст. Так, создаем. Рюкзак есть. Так, мне нужно поправить здоровье. Подходи, подходи. Башки. Так, ну тут можно развлечься. Что касается ресурсов. Так, давай, 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 давай. Дерево мне нужно, кусты нужны. Веревка мне нужна. Так, ты в каждом контейнере ты найдешь один обычный предмет и несколько редких, если повезет. Осталось три. Открыть. АК-47. Простой автомат советского производства. Надежный товарищ в любом бою. Урон 15. Скорость атаки 8,3. Бесшумная снайперская винтовка отлично подходит для проведения спецоперации. Урон 50. Так, скорость атаки 2. 50 урон, ни хрена себе. Броня спецвойск, защита 10.
Миниган. Тяжелый многоствольный пулемет вам вряд ли понадобится что-то еще. Урон 22. Винтореза больше урон. Глок 17. Тактическая кепка. Мясницкий нож, мачете, аптечка. Надеюсь, блин, не аптечка, а калаша давайте. Ты стоишь под контейнером, отойди. Хорошо, вот так. Так, открыть. Да вы чё, блин, следующий. Кепка. Вообще пипец. Калаш давай. Броня. Купить 350. Нет, спасибо. Блять, вот я лоханулся. Тут надо было забирать или чё? Блять, чё за херня? Бывает же такой облом. Тупо не увидел, блядь, кажется, кнопку. Короче, я сам что-то лоханулся, кажется. А, вот они. Ясно.
Так, броня, спецвойск, аптека, тактическая кепка, глок, бутылка с водой, бобы, известняк, бутылка с водой, бобы в соусе. Так, мелочь часов забрать. Так, ну все, понятно. То, что мы тут получаем, уходит нам наш, как это сказать, в почту, блин, раздел почта, где халява каждый день падает. Так, ладно, все, валим домой. Что-то насобирали дров, камней, семена. Так, разбившийся корабль. Ну все, домой пошли. Бегом. Было бы великолепно, если бы они нам дали бы калаш или инвентарис. Это вообще было бы самый смак. Так, забираем нашу халяву. Забрать. Скидываем сюда водичку. Так, и хавчик. Тут у нас что? Вот сюда сбрасываем специально снаряжение для проведения боевых операций, защита 10, армейский китель с усиленной защитой торса, профессиональная военная обувь, годится для туризма активного отдыха, часть стандартной армейской формы, кстати, новенький. Так, пистолет. Пистолет без предохранителей и заводного курка, что повышает скорость использования. Так. Кстати, вот у нас пистолет есть. Как бы их отремонтировать? Так, ну контрабандистом мы пойдем с пистолетом. И скорее всего с разрушителем. Урон 55. Молоток 8. 20. Так, гаечный ключ подходит для ремонта, по-видимому, переживет ни одного владельца. Может быть, для этого пригодится. Для чоппера, когда я его сделаю. Так, нам надо.
Так, аж какие тут рецепты еще есть? А, ну тыква только ясно. Так, тут дровишек нужно. И здесь дровишки нужны. Подбросим дровишек. Пусть готовится. Так, пятерочку сюда. Ага, пить хотим. И пятерочку сюда. Камни резко ровно одинаковые блоки. Сундук 25 вещей. Железный топор. Так, ну, усиленная одежда. Ух ты, вездеход. Мясницкий нож. Это для того пистолета, что далеко. Генератор, стол медика. Спирта из ягод. Круто. Самопал. Так, ну ладно. 34 уровня. Короче, подвисли. Ладно, хрен с тобой. Рюкзачок бы у нас повместительнее бы. Так, тут много вещей всяких. Еще искать надо. Возьмем детали, металлолом, подшипники. Так, друзья, на этом все сегодня. Сегодня мы попали на разбившийся корабль. Там получили халяву. Сходили к контрабандистам, там померли преждевременно. Потеряли свой лут, одежду, лук, который нам нужно будет восстановить. Лук нам надо, веревка, изолента. Веревка, изолента, 5 штук веревки. Так что придется снова идти в локации. Вот как-то так, какой она. Эмоции, эмоции. Ну все, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Удачи вам.